Хусарский район – это древний край Азербайджана, а как административная территория он существует почти век. Рассказы и легенды о высочайшей здесь горе Шахдах, наверное, слыхал каждый, кто хоть раз посетил этот живописный уголок. Однако сегодня мы поговорим о населении гусаров. Они очень трудолюбивы. Даже поразительно, насколько. Кажется, что эти люди вообще не находят времени на отдых. И, кстати, даже этим гордятся. Никто из них не любит просто сидеть без дела. Именно в трудолюбии, как сами говорят, находят смысл жизни в первую очередь. Для них это традиция, пережившая поколение. Многие традиции лезгин передаются будущему поколению в виде фольклора. Мы хотим начать нашу передачу демонстрацией группы Мел, или, как говорят на азербайджанском языке, имиджлик, что означает субботник. Сценка сопровождается лезгинскими песнями, стихотворениями и танцами. В ней показан процесс подготовки приданого для невесты. Это в основном ковры, которые ткут по старинке вручную. Старожилы говорят, вот уже 30 лет эта традиция почти полностью забыта, но все же есть некоторые семьи, которые и по сей день следуют ей. Маста магазин да кашу зашету шума. Има гли колахари бур, гли в дюзарна, има чине чаз истирсал нуадя. История зарождения фольклора уходит своими корнями глубоко в прошлое, а вот постановки, олицетворяющие традиции лезгин, стали устраивать только с прошлого века. Лезги халты. Мел факлор коллектив я, и коллектив де, что ажи заразури бутаках, куне коши дез, буха кале даз, вен ур даз, вахт миле малос, жи заразур зоди. Мел коши жизо шакил ури санал кацу, кум кардаш, буха кале, имажлик лудмачни мел, а меле жи заразур зори, жи заразур килан руш кушсад. Говорят, что в старину в домах лезгинов обязательно присутствовало специальное оборудование для изготовления ковров. Население таким образом зарабатывало на жизнь. Их изделия продавались даже в дальнем зарубежье. Но помимо ковров, лезгини еще слывут знатными мастерами пресловутых лезгинских чулок. Аяз рекай же меркиче, зирике вас бага вазияр,
Зияшки долги мирлеке, зирике вас бага вазияр. Зазгад фар ваш, зичибару. Здешние ткачихи заверяют, что не посещали никаких школ, чтобы усвоить это дело. На всех коврах лезгинских мастериц есть специальные орнаменты. Эти символы придают изделию особый вид, по которому легко отличить лезгинский ковер от всех остальных. По сути, традиция ковроткачества в гусарах превратилась в народный фольклор, и их изготовление сейчас можно увидеть только в домах культуры региона. Это, как правило, коллективный труд, и в гусарах он очень даже оригинальный. Например, нас удивило, что люди здесь не только ткут ковры, но еще и в процессе напевают народные песни, а другие в это время перемешивают айран, объявляют перерыв и подносят напиток ткачихам. Одним словом, это хоть и древняя, но очень слаженная система, где каждый знает свою работу. Лезгинский народ обладает и очень интересными свадебными традициями. К слову, и они сохранились не в каждом доме. С ними можно познакомиться только в высокогорных селах. Туда мы сейчас и направляемся. Мы слукавим, если скажем вам, что свадьбы здесь длятся, как в волшебных сказках, целых 40 дней и ночей. Однако своя изюминка в них все же есть. Индивидуальность, кстати, касается отдельных сел. Мы посетили одно из них – Юхары-Каланхур. В первый день свадьбы в дом созываются близкие родственники. Для гостей закалывают крупный рогатый скот и начинают готовить различные блюда. На второй день свадьбы прибывают уже дальние родственники. Продолжается музыка и веселье. На третий день свадьбы жених отправляется за невестой. И в этот вечер свадьба подходит к концу. Празднество длится 3 дня и 3 ночи, а не как принято – один день. Интересно и то, что 2 первых дня свадьбы жених остается у своего самого близкого друга. На всех свадьбах присутствует знаменитое лезгинское блюдо – чекан. Во время свадьбы обязанности приготовления этого блюда берет на себя тетя жениха по отцовской линии. Лично мне очень интересно посмотреть, как проводится свадьба в отдаленном селении, да еще и 3 дня. Люди здесь присутствуют на свадьбах в качестве зрителей. Каждый из мужчин и женщин приносит с собой по стулу, что облегчает организаторскую работу хозяина дома, то есть отца жениха. Вот вам и еще один отличительный элемент – сплоченность соседей и родственников. И пусть в современных городах мода и стиль меняются ежесекундно, пусть появляются новые правила, креативные идеи, которые постоянно меняют отношение людей ко всему происходящему. Пусть все это происходит где-то далеко от нас, считают гусарцы, а мы будем верны своим традициям и жить по своим правилам, ведь именно они нас и отличают от всех остальных и делают нас особенными.